С 8 по 12 июля в Москве состоялась очередная летняя школа под руководством ханши Стива Арнейла, шхана Дэвида Пихтала, шханов Александра Ивановича Танюшкина, Виктора Павловича Фомина и Андрея Владимировича Буры. Школа собрала рекордное число участников – 165 человек. Москва принимает такой форум второй раз. Первая школа была в 2010 году, и вот спустя 6 лет мы вновь принимаем здесь тренеров и спортсменов Федерации кикбоксинга России. Ну, отличительной чертой нашей школы был мини-футбольный турнир, который мы как бы посвятили чемпионату Европы по мини-футболу, который проходил во Франции, и соревнования по тамошеваре. Отдельно соревнования по тамошеваре Федерации кикбоксинга России пока до этого не проводилось с участием разных регионов, то есть отдельные регионы проводили соревнования, но вот с участием нескольких регионов и в рамках школы это было впервые. Я думаю, что эта практика будет интересной для всех и участников, и для всех присутствующих, потому что все не были равнодушными и пришли и наблюдали от начала до самого конца весь турнир. И что самое интересное, и ханши тоже полностью ни на минуту как бы не отошел от просмотра этого соревнования. Надеемся, что найдем в себе силы и в будущем делать такие мероприятия. Всех ждем в городе-герой Москва. Спасибо.